Всем привет! Уже последние числа августа, а зимний чеснок мой просох, и я занимаюсь его подготовкой. Часть, конечно, уйдет на зимнее хранение. Самые красивые, самые крупные головки я оставляю для осенней высадки. А делаю что? Обрезаю уже чеснок от сухой ботвы. Оставляю пенек примерно в 5 сантиметров. Обрезаю корни. И таким образом у меня чеснок идет на хранение или на осеннюю высадку. Меня в комментарии как-то спросили за сорт Гулливер. Может ли у него быть, допустим, 5 или 6 зубцов? Вообще у Гулливера 4 зубца, и они очень крупные. Вот, 1, 2, 3, 4. Но бывает, что Гулливер дает и 5 зубчиков. Вот, например, как здесь. 4 очень и очень крупные зубца. И, допустим, 5 поменьше. Вот. 4-5 зубчиков у этого сорта. И у меня еще есть сорт. Это белый слон. У него зубцов побольше. Здесь до 8 штук. Но головка тоже очень и очень крупная. Это я уже отбираю для осенней высадки. Видите, он не подпорченный, нигде нет ни пятнышек. Чеснок абсолютно весь чистый. А разбираю на зубцы я обычно перед высадкой уже. Храню чеснок я в бумажной коробке на мансарде, на сухой мансарде. Прекрасно хранится. Грядку для чеснока я буду подготавливать уже в эти выходные. Готовлю ее минимум за месяц до высадки. На одно и то же место я чеснок не высаживаю. Где вот рос у меня в этом году чеснок, я эту грядочку уже засадила крупноплодной земляникой. Поэтому буду колотить новую грядку для высадки, подготавливать ее. Почему так заранее я это делаю? Потому что я ее проливаю, то есть грядку проливаю бактериями. И чтобы она все-таки начала работать хорошо, это нужно делать заранее. Вот я ее сейчас подготовлю, уеду в отпуск. А когда приеду, я уже в готовую грядку буду засаживать чеснок. Сажать я, высаживать я его буду примерно в 10-х числах октября, не раньше. Раньше нет смысла сажать. В нашей, по крайней мере, полосе. А вы уже смотрите там, в каком регионе вы живете. И, конечно, нужно смотреть прогноз погоды. Какая будет погода. Вот. Высаживаю на глубину не менее 15 сантиметров. В каждую луночку я закладываю биогумус, который производят мои черви. И мульчирую. Мульча у меня солома. Вот, смотрите, видите? Чуть подпорченная головка чеснока. Конечно, это на хранение не идет, на высадку не идет. Поэтому сейчас в заготовке она как раз и пойдет. Чтобы чеснок подготовить к посадке или к хранению, конечно, он должен очень хорошо просохнуть. Я, знаете, как смотрю по срезанному стеблю. Если он белого цвета, сухой как палка, то все, он готов. Если зеленый, есть сочность у стебля, то, конечно, чеснок не досох. Ну, я думаю, наверное, это знают все. Что еще купила? Вчера сивок лука. Хочу высадить на зелень. В теплицу. Знаете, как я делаю? Замачиваю его в гумате калия на несколько часов, обрезаю хвостик и высаживаю. И зелень тогда выходит очень быстро и очень красивая. Есть у меня также однозубки, я их тоже зачищу и буду высаживать осенью. Еще такой момент. Просят меня выслать чеснок почтой. Но хочу сказать так, что я бы с радостью делилась бы чесноком через почту, да, но у меня на это нет возможности стоять в очереди на почте.
потому что я человек работающий, и выходные тратить время, чтобы отослать там по головке или по две чеснока, у меня нет такой возможности. Я там уже пообещала нескольким людям выслать, но это максимум, что я могу сделать. И здесь, кто по местности в Московской области живет, если у меня есть возможность где-то встретиться, то я чеснок продаю. Вот как-то так, по-другому не могу. Все, буду продолжать заниматься чесноком, а я вам желаю всего самого хорошего и всем пока!